Станция «Филевский парк» московского метрополитена открыта 13 октября 1961 года в составе участка «Фили Пионерская». Расположена под улицей Барклая. Расположена на границе районов «Филевский парк» и «Фили Давыдково». Название получило по находящемуся рядом парку. На станции два остекленных наземных вестибюля, лестницы к которым расположены ближе к середине платформы. В 1991 году станцию предлагали переименовать Всеславинскую или Минскую во избежание путаницы между станциями Фили и Филевский парк. В 2003 году был реконструирован восточный вестибюль, и в нем расположили серверную между входом и выходом. В западном вестибюле автоматы по продаже билетов на станции были установлены за турникетами. Ситуация с Филевским парком, по словам представителя подземки, получилась неоднозначной. Места при входе действительно нет. 16 июля 2017 года восточный вестибюль вновь закрыт на реконструкцию. А чуть позже была закрыта и платформа преследования из центра к станции Кунцевская. Закончились работы предположительно 1 октября 2017 года. 18 июня 2018 года восточный вестибюль станции открылся и вступил в эксплуатацию. В тот же день в связи с ремонтом закрылся западный вестибюль станции и часть платформы. Реконструкцию планировали закончить 18 сентября 2018 года.